Цветы и венки к монументу «Курган славы» пришли возложить глава города Андрей Шубин, руководство и работники предприятий и организаций Десногорска, представители общественности, молодежь, дети. Вспоминая день начала Великой Отечественной войны, мы знаем, нет ничего выше, чем победа, обретенная вместе, нет ничего дороже фронтового братства. День памяти и скорби объединяет всех, кто помнит подвиг отцов, дедов и прадедов. С войны не вернулся мой прадед. Для меня этот день, 22 июня, очень памятен. Я всегда буду помнить этот день. Он навсегда в моем сердце. У меня в Великой Отечественной войне воевали два дедушки. Коханов Николай Петрович, который пропал без вести где-то в районе Германии. И второй дедушка – это Королев Кузьма Крисанович, который вернулся с войны и уже умер в послевоенное время. Был награжден Орденом Славы и многими другими медалями. День памяти и скорби для нас очень свято. Иванов Василий Федорович, он был танкистом, он погиб в 43-м году, ожога третьей степени. Он воевал за нас, за меня, и это большая честь для меня. Он, я думаю, он авторитет для меня, и мне нужно быть как он. Мир достался нам дорогой ценой. Россия об этом не забывает.